В следующем году исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, народного героя и первого министра обороны Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагомбетова. На родине Батыра в Окольском районе уже началась подготовка к празднованию знаменательной даты. Музей Сагадата Нурмагомбетова открылся в Околе в 2007 году. Он располагался в здании Центральной районной библиотеки. К столетию героя было принято решение обновить музейные экспонаты и полностью перенести его в новое здание. В октябре этого года мы и переехали в новое помещение, помещение, которое было предоставлено в культурно-досуговом центре. Музей был открыт по личной инициативе Сагадата Кожахметовича Нурмагомбетова при поддержке районного акимата, при поддержке акимата города Аколь, при поддержке отдела по делам обороны. Все экспонаты, как я сказал, уже были предоставлены как самим Сагадатом Кожахметовичем, так и его родственники. В работе по обновлению экспонатов и дополнению новой информации приняли участие специалисты столичных и областных музеев. К столетию Сагадата Нурмагомбетова здесь также была обновлена мебель. Героем Советского Союза он стал неполных 21 год. То есть 20 лет он совершил свой подвиг, за который был награжден. Боевые действия он закончил в 1945 году, штурмовал Берлин, где проявился соответствующим образом и закончил боевые действия в звании Героя Советского Союза и в звании майора вооруженных сил. Сагадат Нурмагомбетов родился в мае 1924 года в селе Янбек Окольского района. Участвовал в Великой Отечественной войне, воевал на Первом Белорусском фронте, в Северном Кавказе, Украине, Молдавии, Польше и Германии. Окончил военную академию в 1946 году, академию генерального штаба в 1981 году. Является почетным гражданином городов Алматы, Астана, Донецка и Окольского района. Эльмира Оспанова, Махпал Айбабина, Алишер Шакубаев, Нургельда Нурбаев, Кокшетау. Вообще аппарат.